Гой еси, честной народ, глянь, ремесел, хоровод. Мастеров у нас палаты, научить они вас рады, как пошить и как испечь, как сложить для дома печь, ложку вырезать к обеду, провести с детьми беседу, как холста отрез наткать, куклу как запеленать, как рубить из бревен сруб, как сварить из щуки суп и с ребенком поиграть, как попеть и поплясать. Все, что можно, вам расскажем, все, что нужно, вам покажем. Только сами не ленитесь, посмотрели, потрудитесь. Сегодня у нас будет мастер-класс по свадебной ложке. Декоративная свадебная ложка. Вот здесь вот она изображена, нарисована уже на заготовке. В чем смысл этой ложки? Значит, во всем мире издревле ложку украшали. То есть ложка делалась сначала просто декоративная с каким-то украшением. Дальше пошли смысловые ложки. Вот особенно в западных странах очень много сохранилось непосредственно именно свадебных смысловых ложек. У нас же эта ложка практически отсутствует. Но взяв за основу слово «узел» и «узы», они слова однокоренные, и смысл их, в принципе, одинаков. Поэтому мы завязали две ложки узлом. То есть, как бы соединив их на всю оставшуюся жизнь. Сначала выпиливается внутренний объем. Для начала нужно их отрисовать, то есть как они у нас будут прорезаться по объему. То есть вот эта ложка у нас идет сверху, мы ее отрисовываем сверху, и она пошла как ложка сюда. Значит, вот это у нас будет уходить вот сюда вот наверх. На пол объема также мы ее рисуем. Эта часть у нас будет наоборот вот отсюда выходить и идти сюда наверх. Эта часть у нас будет выходить вот здесь, хвостик. Эта ложка наоборот у нас выходит снизу. Снизу вот здесь она отсюда вот идет. Это идет у нас сюда. Сюда. А ложка у нас уходит снизу. Нам ее нужно поднять сначала наверх.
Как же вот здесь, чтобы она была как ложка? Здесь вот это вот идет сверху вниз, а хвостик наоборот сверху. Здесь у нас идет, он идет по низу, а здесь у нас идет по верху. И можно приступать резать. Для большей быстроты мы даже здесь уже не пользуемся косяком, а прямо прокалываем стамеской. Ввиду того, что мы данные ложки режем из липы, она режется мягко, можно сразу плоской стамеской резать. Если бы резали из твердого, то тогда лучше для начала проходить овальное. Она идет легче. Сейчас наша задача придать просто форму изделию, чтобы потом его уже доводить до идеальной формы, уже видя, что перед тобой находится. Thank you.
То же самое подрезаем с обратной стороны. Вот черновой проход сделан, то есть у нас уже появился полностью объем, уже виден каждый узел, и теперь уже можно вести подрезку конкретно по каждому узлу отдельно. Но я бы посоветовал, прежде чем это все делать, подрезку, предварительно их рассоединить. Вот, сейчас я буду рассоединять эти два узла. Это будут две отдельные ложки. Но они будут зарезаны. Действительности будут зарезаны. Просто здесь нужно по чуть-чуть с каждой стороны брать. И оно тогда пойдет. Чтобы нам уже, когда мы будем обрабатывать именно цельную ложку, цельную линию, чтобы она была, как будто бы ее и не было здесь соединено. Понимаешь? Чтобы она, это как говорится,
как интрига своеобразная. А кто ж их так узлами завязал вместе? А? Ну, теперь можно их обрабатывать. То у нас две связанные между собой ложки. Ну и теперь уже приступаем чисто к чистовой обрезке. То есть можно уже начисто резать каждую ложку отдельно. Одна другой не мешает. И в то же время они вместе. Чтобы никто не понял, что они были разрезаны, надо четко подогнать вот эти сходы. Тогда вообще никто не поймет, что это была срезка. Я когда на выставке их выставил первый раз, два деда долго ходили. Но говорит, ты расскажи, как ты их завязал. Не верили, что они с цельного куска вырезаны. Ну это как, подарок на свадьбу или на юбилей свадьбы, прежде всего. Но все-таки связанные две ложки, это как бы символ вот, верности, что все уже один раз и на всю жизнь. Ничего другого. У нас просто, я говорю, действительно, вся вот эта вот декоративная ложка была утеряна. Мы в последнее время немножко возрождать начали, немножко Татьянка там стала делать, но они делали же чисто декоративные ложки. А вот именно смысловая ложка, практически у нас она отсутствует до сих пор. Хотя если судить по западным аналогам, то, что у них делается, то, что у них есть, то у нас, по-моему, своего должно было бы хватать тоже. И узлы, так же как и винты, просматриваются очень далекой древности. Я, скажем так, вот новгородцев, если брать раскопки, там именно много попадается элементов именно с узлами и винтами. То есть, если считается так, что в Европу был винт завезен из Индии, то на Руси он был испокон веку. Просто Русь не воспринималась сама по себе как что-то такое. А вот с Индии они взяли и завезли как что-то новое. Это именно даже прослеживается по мебели. Винтовая мебель в Европе начала появляться именно с освоением Индии. А на Руси, я говорю, в раскопках и то, и другое присутствует. Даже до тех времен, когда Европа начала плавать в Индии. Данные ложки мы режем с липы, чтобы это было быстрее, а значит проще. Я режу в основном с твердых пород. Твердые породы режутся подольше. Ну, во всяком случае, если уже под финиш отполированное, это дня два.